Мы видим Маргариту Мамун. Интересный купальник, потому что у нее руки абсолютно свободные, они без сеточки, они без ткани, и это даже вот бросается сразу же в глаза. Это интересно и красиво. Все видели, что когда она выполняла переворот назад, ее свободная рука была вращала, она не была в статическом элементе. Это тоже очень важно. Очень четко зафиксировала это равновесие, хотя вначале была такая погрешность, что, возможно, не устоит, но устояла. Это мы видим исполнение риска, это большой бросок, и под ним она выполняла переворот, урок. Тоже очень интересная композиция, она здесь совершенно другая, нежели упражнение с лентой. И Рита тоже с ней справилась. Да, потому что в ленточке все равно я заметила моменты, похожие на исполнение Евгении Канаю, как бы это ни было, но вот эти все ручки, переходы, даже сама лента, купальник, где-то мне напоминает. Но в упражнении с булавами это действительно Маргарита Мамун. Это именно она, и тут сходства ни с кем нет, как только с ней самой. Очень интересно, опять-таки, мелкая работа. Вы думаете, вот положить вот так булаву себе на голову и пройтись, это очень легко. На самом деле она может слететь и укатиться моментально. Тут нужно очень держать осанку и очень спокойненько и уверенно пройти. И вот мы видим эту фиксацию. Четко. Судьи просто должны это увидеть, и чтобы у них не было никаких сомнений.